Сейчас болеете? Нету. С инфекционными больными контактировали? Нету. Ковидом болели? Нет. На этом предприятии вакцинацию в долгий ящик откладывать не стали. Для удобства сотрудников прибыл мобильный комплекс. Сегодня делают уже второй компонент вакцины. Прививаются все, от руководителей до рабочих. 60% сотрудников уже завершили вакцинацию. Конечно, мы как обслуживающая организация транспортная, постоянно контактируем с людьми. Мы первый этап уже прошли, сегодня второй. Для каждого человека это важно. Удобно то, что никуда не надо ходить. Пришел на работу, тебе сделали прививку. Я считаю, очень удобно. Все организовано и быстро. Задача к осени, когда традиционно всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, выработать коллективный иммунитет. Для этого нужно привить более 60% населения. В регионе действует постановление главного санитарного врача по Самарской области о вакцинации отдельных групп работников. Особенно это касается тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Виктория Шарая, «События».